глазе, как повелитель грома. Но молнии мои, как волны принимаешь свой радиоприемник. Ты не выключаешь свой коммент-мен. Доброе утро, дорогие друзья! С музыки начинаем новый день. Вы не представляете, кто сегодня поднимает вам настроение. Замечательные гости из Ижевска. В студии Мария, Глеб и Юрий, участники музыкального коллектива «Долбушина и Пугач». Гости с гастролями находятся в нашем городе и нашли время, чтобы заглянуть в эти ранние часы к нам в студию. Кстати, они встали очень рано. Как вы пробуждаете себя? Очень тяжело было вставать сегодня, неимоверно тяжело, но я прямо с закрытыми глазами. У меня было 10 будильников примерно, к 10-му я уже решила, что я встаю. Первые 5 я решила, что я никуда не поеду и ничего петь не буду. Вот. А потом в итоге я встала, но было очень тяжело. Кофе, мы взяли с собой 2 термоса кофе в дорогу, ехали, кое-как вот пытались разбудиться и более-менее вот пришли в себя. До и Пу – это так звучит аббревиатура этого необычного музыкального коллектива. Означает она «Долбушина и Пугач». Это российская рок-группа. В ее составе сейчас 5 человек. И пока я собирала информацию, ни одной фамилии «Долбушина и Пугач» я не нашла. Поэтому спросим у ребят, откуда такое название. Ну, «Долбушина и Пугач» – это попытка вернуться в детство. То есть «Пугач» – это любимый мой, можно сказать, детский персонаж из детской сказки. Тут приходит детский врач Глеб Сергеевич Пугач Михалкова. А Долбушин – это любимый персонаж одной из книжек тоже у вокалистки. Поэтому такое вот слияние получилось. Вы наверняка успели заметить, что наши замечательные гости босиком и в синих носках. Это отличительная черта группы, какая-то фишка, изюминка. Что это такое? Ну вот, видите, вы заметили, и все замечают, поэтому очень, очень простой способ выделиться на сцене, на самом деле. То есть вы и на сцене так именно выглядите? Да, и на сцене, и всегда и в эфирах стараемся появляться яркими, и вот это наш фирменный цвет, так скажем, бирюзовый. Кстати, бирюзовый цвет – это цвет весны. Давайте нам еще что-нибудь весеннее, яркое и позитивное. Пермики вас с удовольствием послушают. Да. Перестаем поднимать вам настроение в эти ранние часы. С удовольствием зовем весну и готовимся к ее встрече, в том числе и с помощью музыки. С добрым утром!